Тобто ще раз нагадую, кіпріотка, кристаліні, трикоміті. Неплохо кристаліні крутит повороти, поэтому я думаю, что в ленте она сможет получить неплохую оценку. В своё время выступала она тут на юниорском турнире. Она же знала. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. Но дуже виразно, а як щодо техніки? Ну, в принципі, звісно, є у нього проблеми по прыжкам. Но тренирует эту гимнастку Наталья Раскина. Это мама бывшей известной белорусской гимнастки Юлии Раскиной. В принципе, я думаю, что это внутрисемейная конкуренция.